Вчера в Якутске прошло очередное заседание правительства республики. Рассмотрели 20 вопросов. В числе первоочередных утверждено типовое положение о памятниках природы республики. Согласно документу, отдельные уникальные природные объекты и комплексы должны будут сохраняться в их естественном состоянии и подлежать особой охране. Вместе с тем утверждены изменения в действующий республиканский закон о табунном коневодстве. Законопроект уточняет меры государственной поддержки и предлагает ввести новое понятие – коневод-табунщик. Также по итогам заседания принято решение о выделении 20 сельским поселениям по 2 миллиона рублей за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве. В прошлом году этот конкурс провели, 20 сельских поселений были отобраны. В этом году тоже конкурс проводим с 133 сельскими поселениями. На сегодняшний день заключено соглашение. И данным решением правительства, которое сегодня принято, мы поменяли методику определения победителей сельских поселений с учетом вот той проведенной работы, которую мы проводили в течение 2 лет. Значит, и это с точки зрения усовершенствования бальной системы, с точки зрения определения тех индикаторов и параметров, которые, по которым мы должны определять эти наши сельские поселения.